прикольно, тут место для отдыха. Марица. Сейчас сделаю маленький обзор. Вот такая вот у них площадочка есть. Мангал. Еще один мангал. Там есть гора посуды. Гриль. Еще один. Ну, это, походу, уже не рабочий. Раньше, когда мы сюда приезжали, был кран. Сейчас уже 1 сентября они решили его убрать. Камин. Домики вот так вот выглядят. Эти маленькие. И есть там еще такой, типа VIP. Есть вот такая купель на дровах. Прикольно, она теплая, где-то до 33-35 градусов нагревается. Красная смородина, тут и там. Слива тоже растет. Палаточка вот такая прикольная. Ну, здесь тоже гриль. Место, где посидеть. Вечером эти все фонарики работают. Ну, здесь тоже краны не сняли. Там тоже вот посуда. Ну, такое миленькое местечко. А в номерах здесь достаточно мало места. Раз, два, три. Три кровати в каждом домике. И написано, что, ну, типа, не знаю, если кто-то худенький с ребенком помещается. И максимум можно 4 человека в одном домике. К домику вот такая терраска небольшая прилагается. И вот, в принципе, сам домик. Диван, он не раскладывается. Чайник есть. Так, разная там посуда. Вода теплая. Холодильник рабочий. Вот, надо забрать осьминога. Ну и вот две кровати такие достаточно маленькие. Душ. Туалет. В принципе, все. И все домики такие одинаковые. Телек есть. Эти все 4 домика, они одинаковые. Есть Wi-Fi, и заранее можно заказать у них завтрак. Купель стоит 60 евро, это на 3 часа примерно. И чекаут есть 12, а заезд в 3 часа. На улице очень прикольная лодочка такая. Алина, где автор? Мне тут нравится. Это вот номер у них Савис. Вид с балкончика.